Премьера, несмотря на закрытие сезона. Ивановский драматический театр представляет публике спектакль «Ladies Night». Это необычная постановка, а зрелищное шоу с элементами стриптиза. Классическая история довольно проста. 6 взрослых мужчин оказываются без работы на улице. И от горестных мыслей их отвлекает предложение поучаствовать в необычном и весьма откровенном шоу для женщин. Вообще женщины, я думаю, знают очень много интересного о мире мужчин. Об их психологии, о их комплексах и о том, как сложно это преодолеть. Но я думаю, что они поймут, что мужчины, если поставят цель, они могут победить все. Артисты драматического на эксперимент согласились довольно легко. Отмечают, что они прежде всего играют роли, а не танцуют стриптиз. Но все же некоторым пришлось сесть на диету, а кому-то пойти в спортзал, чтобы зрительниц не разочаровать. И началом, когда эту пьесу брали, уже представляли, что будет что-то подобное с раздеванием, и просто никто не знал, насколько, как это все будет происходить. Поэтому, когда это все появилось, в принципе, реакция была ожидаема наша. Да? Насчет, согласились ли мы сразу, ну, мужчины, по-моему, более открыты к тому, чтобы раздеться перед публикой. Спектакль этот вовсе не про раздевание, а про человеческие отношения, мужскую психологию и преодоление себя. А элементы шоу только добавляют пикантности. Спектр эмоций огромный, можно и поплакать, и посмеяться. Это больше финал спектакля – удивить, шокировать и как-то, скажем, сделать шоу. А в начале и вообще весь спектакль – это же путь к этому решению. Это побороть себя, ведь они не танцоры, они не актеры, они обычные парни с завода. Это обычные мужчины. И на улице подойди и спроси, сможешь раздеться перед публикой под музыку еще станцевать? Ну, как минимум скажут, да иди ты. Зрители увидят шоу с элементами стриптиза 18 и 19 мая, а после театральный сезон закрывается. Правда, новый осенью откроет та же постановка. О билетах нужно будет позаботиться заранее. Представительницы прекрасного пола расхватывают места, как горячие пирожки. На майскую премьеру уже давно билетов нет. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.